Всем доброй-доброй ночи. А мы собираемся спать. Малыши укладываются в лежанки, но еще не все. Они любят спать в одной лежанке. Все залазят в одну, в эту большую лежанку и спят здесь. Мамочки спят отдельно. Кто со мной? Кто, конечно, не со мной? Кто там в кресле? Сириус, вкусный шнурок? Вот нам игрушки не нужны, да? Игрушки нам не надо. Нам надо шнурочки, крышечки. Ты ко мне на ручки? Ну, иди. Вот такое вот все. Кукла ваша. Ваша кукла. Мишку куда засунули? Куда Мишку спрятали? Канатики ваши где? Нет, шнурочек нужен. Что там? Все, будем ложиться спать, да? Скажи всем спокойной, доброй ночи. Всем сладких снов, нам тоже. Вот такая вот ты моя красотка, Омега. Ты просто чудо, чудное. Все малыши чудесные, все прекрасные, всех очень любим. И всегда я думаю, что наши малыши попадут всегда в самые лучшие семьи, где их будут любить, лелеять, ухаживать за ними. Так что каждый щенок найдет свою семью. Да? Скажи это всегда, это закон. Попец, разверните, пожалуйста, мадам. Мадам, разворачивайте попу. Тебе места не нашлось? Давай. Я вам вторую лежанку выстирала. Ложитесь там. Ты моя красотка. Ты красотка, Омега. Да, да. Такая лопоухая. А соль тоже будет с большими ушками. Вот ушки встанут, вообще будет супер. Супер круто будет. У Сальвика почему-то ушки упали. Что ты там его вымываешь, братика моешь, да? Он маленький, сам не может помыться. Вот так вот. Феликс у меня на руках сидит. Омега сама моется. Все, все спать улеглись. Осталось только Феликса посадить в нашу дружную компанию. Из длинношерстных у нас только Феликс. Сальвадор будет с подшерсточком. Также будет с подшерстком у нас Леонардо да Винчи. Вот так. Все, мамы бегают, и мы пойдем, да? Ну все, всем пока-пока. Буду успокаивать их. А ты скажи, будут скоро ругаться. Ругаться будут мамочки, что вы не спите. Всем пока. Спокойной ночи. Сладких снов желаем. Все, половина улеглась.